Приветствую, друзья! У нас сегодня очень хорошая новость. К нам в гости зашел Константин Ковальчук. Привет, Костя. Здравствуйте. Значит, Костя когда-то у нас учился, вот, закончил курсы и, собственно, поехал работать в Польшу инженером компании Cisco. Вот я Костю специально попросил сегодня прийти и рассказать, как у него вообще получилось в жизни так, что он вот, как он вообще докатился до такой жизни, что он стал цискарем, что он стал инженером Cisco, как это вообще, вот, если можно, кратко история успеха, вот, а мы как бы порадуемся и повосхищаемся. Да, спасибо. Ну, действительно так, да, история. Я думаю, что многие узнают себя. Я когда учился в университете, я учился в НАУ, здесь рядышком, недалеко от нашего местоположения. Где-то ближе к третьему курсу начал понимать, что, конечно, вещи нам дают действительно базовые, но многие из них уже не актуальны, или где-то что-то устарело, где-то что-то у нас не используется. И в конечном итоге начинаешь задать себе вопрос, да, что делать дальше, даже если ты закончишь университет, как работать в какой-то такой сфере, которая тебе нравится. И начал узнавать, у нас как раз были тогда предметы, связанные с сетями, узнал про академию, где преподавали курс Cisco, пошел заниматься, в связи с чем потихоньку, год за годом, надо было работать, надо было слушать лекции Константина Васильевича и других преподавателей, надо было что-то заниматься, действительно писать конспекты, читать, учить, проводить время. Это действительно затратный процесс, потому что, ну, просто так знание и какой-то опыт он не дается, не берется из ниоткуда. После чего, если все хорошо, то можно, в принципе, уже дальше смотреть в будущее как в Украине, так и за границей. Сейчас это доступно. Если мы говорим про Cisco конкретно, то сейчас в Польше есть программа, называется Graduate. Это для студентов программы, которые выпустились без какого-либо опыта работы. Cisco прямо сразу берет на собеседование людей, у которых есть знания хотя бы уровня CCNA. То есть такие, то есть это хорошая, очень хорошая база, которая потом можно направлять в любую сторону. Данное собеседование из нюансов проходит полностью на английском языке. Я работаю тоже на английском языке, потому если английский язык хромает, то нужно с этим тоже немножко поработать. Однако ничего сложного. Очень многие ребята из Украины пробуют и успешно пробуют. И никакие там кембриджские или гарвардские знания языка не нужно. Нужно, да, иметь какие-то базовые понятия, да, уметь объясниться. Проходите собеседование. Вам дают результаты, очень часто эти результаты информативны, даже если у вас не получится. Я слышал от других ребят, что вам объясняют, что нужно исправить, и потом на следующий год можно попробовать снова. У них также есть программа «Инкубатор», которая помогает тем, кто очень перспективный, попасть в конечном итоге в Польшу. Мне повезло, я с первого раза прошел сразу в Краков и уехал работать инженером. В чем хорошо Cisco? Для студентов, у которых нет ни опыта, в основном еще большого жизненного, как работать там с бюрократией, с документами, так и вообще по работе, Cisco очень много чего дает. Они тренируют людей, они нанимают компанию, которая работает с документами, потому об этом тоже не нужно переживать. Вам все сделают, вам, по сути, вас посадят, грубо говоря, в такси и довезут, да, до Польши, и сделают вам все, чтобы вам было комфортно работать, чтобы вы не переживали за себя, за свою безопасность, за безопасность своих близких. В конечном итоге, что бы хотелось здесь сказать в сумме? Какие-то любые свершения, они требуют обязательно инвестиций времени, инвестиций как бы своей силы воли, желания. И вот я за собой замечал очень часто, я думаю, что мою точку зрения разделяют другие люди. Бывает такое чувство, когда что-то интересно, что-то попробовать, изучить новое, но вот мы думаем, что вот я бы сделал это, например, там, через несколько дней. Вот это как раз тот момент, когда нужно остановиться, все бросить и начать делать то, о чем ты подумал. Потому что бывает, вот давай я там в игру компьютерную поиграю или там какое-то видео посмотрю на YouTube. Это вот как раз тот момент, когда нужно отложить все остальное, открыть там какую-нибудь статью, сайт или видео обучающее и начать изучать технологию или что-либо другое, что интересно. Это не обязательно должно быть техническое, верно? В академии, где преподает Константин Васильевич и другие замечательные преподаватели, очень помогают студентам, рассказывают, какие есть перспективы, обучают, тут лекции отличные. Мне не платят за рекламу ничего, и все-таки я
Я рекомендую это место, потому что тут действительно очень хорошие люди и очень хороший уровень. Спасибо. Ну, как-то так, в двух словах. Это путь до ЦИСКа. Да, спасибо за интервью. Хочу пожелать успехов, да, вот самое главное, чтобы вы продолжали так учиться хорошо, качественно развиваться. А ребятам, приходите, ребята, делайте, не бойтесь, нет ничего сложного, просто надо брать и делать. Вот меньше думать о том, что получится, не получится, надо брать и делать. Вот Костя брал и делал. Он не говорил, что там что-то не получится, не выйдет, о боже, как это сложно писать конспект. Нет, брал, делал, учился, сдавал экзамены, и никаких проблем с этим нету. Спасибо большое, ребята, привет, приходите, рады будем вас видеть. Всем пока.